очень много вопросов всегда про продукцию. Куда мы ее все-таки деваем? Мы, конечно же, продаем. Молока очень много. Корона у нас очень высокоудойная. Она дает в день сейчас 27 литров молока. Представляете? Первотелка, какая, короче, родила один раз, с первого раза она дает 27 литров молока. Я в шоке. Это очень много. Для фасовки молока мы купили вот такие вот бутылки пластиковые, литраж 2 литра. На каждой крышечке подписывается, не видно, вон дата и, собственно, вечер, утро или ночь. Сегодня будем делать творог или творог, как